Вот тут дело такое. Володя пошел поводу показать, как это делается. О! Ну вот по этой улице он пойдет сейчас. И я туда заведу. О! О, это не туда ткнул. Виноват. Вот оно как. Это увеличить надо одной рукой. Вот он идет, это наши баки тут стоят, мусорные. Там он идет. Это вот ветеринарная. Ну, поворачивается к колонке. Слава Богу, дорогу перешел благополучно. Ах ты, колонку-то и не видать. Это что мешает, береза? Или тополь? Машины бегут. Это город Барнаул. 23 января. Или 24 уже? 24. О, отстаю от жизни. 24. Вот так. Вот сколько времени тратится на воду. Сколько машин. Это все организация такая. Вот так. Это у нас 6 точек, откуда смотрится наружное наблюдение. Раз, не выходя из избы, холодно сегодня, 20 с чем-то градусов было 20 ночью. Днем-то как будто поменьше. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, холодно, пошел сейчас, голубей покормил, снег там расковырял, опять надо приносить, пшеницу подсыпал. Так вот, никак больше нельзя, тепло не будешь там нагонять, да и это невозможно. Вон он, Володя, уже подался. Вон он идет через дорогу. Никогда не показывал, как это надо увеличить было. Тут как, помоги Господи, не упасть. Где с крыши текла вода, застыло все. Вот так, я сейчас переключу. Вот он показывается, где. А тут, видишь, переключил с этой на большую. Вот так. Вот так. Вот сейчас он пойдет. Здесь я его покажу. Вот он. О-о-о.
Это мимо дела. Так, я увеличиваю где. Вот он где идет. Вот только подошел подпертый дом. О, заходит. Сейчас пойду встречать. Так. Владимир Александрович. Так, я тебя за самое до самой этой достал. Я так и знал. О, ну все, я сейчас закрою все как надо. Да самое это проводил. Береза мешает увидеть, колонку не видел. Я увеличиваю по частям. Это у нас тыква. Такая вот обгорелая получилась. Ну, должна быть хорошая внутри. Внутри-то да, нормально. Ну, чернушка лезет. Все, холодно. Пошла. Вот она куда. На эту. О. Ой, черная ты, черная. А, да хорошая такая кошка. С голубями наговариваю. Холодно им там. Я говорю, ну терпите до субботы. В субботу уже будет поменьше жара.